Эдуард, принесите мне, пожалуйста, бутылочку белого сухого вина, какой-нибудь салатик и что-нибудь из рыбы. Вы знаете, я посоветовал бы вам электрического ската. Наш шеф-повар его прекрасно готовит, это наше фирменное блюдо. Ската, говорите? Ската. Ладно, давайте ската. Одну минуточку. Так, прошу. Вот, резиновый коврик, резиновые сапожки. Значит так, надевайте сапожки и вставайте на резиновый коврик. Это зачем? Скат-то электрический, можешь им дарахнуть. Техника безопасности превыше всего. Вы знаете, у нас уже были случаи. Вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Скат будет готов, ну, буквально через несколько минут. Возьми, спокойно, тихонько, потяни, нет, дергать так уж со всей силой.